Привет! Мы Воз Вуден, и я Тимур. Сегодня у нас на обзоре новинка из майского дропа. Нож Sting в скине соединения. Приходит он в такой коробке. Давайте откроем ее и посмотрим, что ждет нас внутри. Ага, нас встречает какая-то карточка, но о ней мы расскажем позднее. Вау, это нож Sting в скине соединения. Вы просто посмотрите на этот скинчик. Я считаю, что он одновременно футуристичный, одновременно содержит в себе следы какого-то киберпанка и постапокалипсиса. В нем все совмещено, наверное. Очень крутой нож Sting, абсолютная новинка. Многие ее очень долго ждали. В скине соединения он выглядит прям интересно, я бы сказал. И напоминает мне один из скинов, которые были в КС. Может быть, есть игроки, которые смогут эту ассоциацию написать в комментариях. Если да, будет круто. Мы поставим лайк, а возможно, кому-то даже сделаем небольшой подарочек в виде вуду. Вот такой нож Sting в скине соединения. Очень классный скин. Такое оранжевое, яркое лезвие и зеленая подстертая рукоять. Ну, конечно же, это всего лишь стилизация. На самом деле она абсолютно новенькая и гладкая. Все изделия от Воз Вуден мы делаем сами в России на своем производстве. От разработки до финишной реализации. Поэтому все элементы этого ножа и всех остальных наших изделий буквально доведены до совершенства. Нет ни единого заусенца, ни единого острого угла. Все игрушки абсолютно безопасны, а еще сделаны из экологичных материалов. Этот Sting – часть нашего майского дропа. Посмотреть все изделия из которого ты можешь, перейдя на наш сайт по ссылке в описании. Можешь сразу купить, кстати говоря. Спасибо за просмотр. С вами был Тимур. До новых встреч!